Добро пожаловать на канал интернет-магазина «Планета Страйкбола». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат CM680A производства компании CIMA поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит руководство по эксплуатации, инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров, мушковерт и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат CM680A от компании CIMA выпускается в различном цветовом исполнении и является копией 7,62 мм автомата Калашникова, модернизированного в тюнингованном обвесе MagPul. Весит модель CM680A 2 кг 775 граммов, а ее длина составляет 940 миллиметров. В качестве особенностей представленного страйкбольного автомата можно указать то, что его корпус практически полностью изготовлен из нейлонового волокна, а также его тактический обвес, состоящий из реплики дульного устройства Lentec Dragon, цевья, ствольной накладки, магазина, пистолетной рукояти и приклада, реплицирующих соответствующие элементы тюнинга от компании MagPul. При этом на цевье имеются вырезы для крепления соответствующих переходников на стандарт Picatinny. Кроме того, автомат оборудован доработанной крышкой ствольной коробки с фиксацией колодки прицельной планки и наличием на ней интерфейса стандарта Picatinny для установки оптических и голографических прицельных приспособлений. Кроме этого, шахта магазина-приемника имеет такую форму, которая позволяет присоединять магазин правильно и исключить его перекос. Автомат комплектуется гирбоксом третьей версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен под крышкой ствольной коробки. Для того, чтобы получить к нему доступ, потребуется утопить фиксатор крышки ствольной коробки и поднять ее вверх. Здесь расположен разъем мини-томия. Модель CM680A изготовлена из нейлонового волокна, металлического сплава и стали. Из нейлонового волокна выполнены дульное устройство, колодки прицельных приспособлений, цевье и ствольная накладка, газовая труба, крышка ствольной коробки, сама ствольная коробка, магазин, пистолетная рукоять и приклад. Из металлического сплава интерфейс стандарта Picatinny на крышке ствольной коробки и шторка имитации затворной рамы. Из стали внешний ствол, переводчик режимов огня, скоба спускового крючка и отдельные элементы конструкции. Тыльник приклада резиновый. Автомат оборудован рамочным нерегулируемым прикладом с небольшим отсеком для хранения различной мелочевки. Для того, чтобы получить к нему доступ, нужно оттянуть заднее положение фиксатор подсчетчика и снять сам подсчетчик. Сюда легко поместятся различные элементы питания и другая мелочевка. Переводчик режимов огня, он же предохранитель, расположен на ствольной коробке справа и имеет три положения. Верхнее положение, когда предохранитель включен, среднее положение для ведения огня очередями и нижнее положение для ведения одиночного огня. Регулировка хоп-апа осуществляется через шторку имитации затворной рамы. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть назад и удерживать шторку имитации затворной рамы. Здесь расположен ползунок, при смещении которого в сторону приклада увеличивается степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены в виде открытых мушки и целика. Целик регулировки не имеет. Мушку можно настроить по вертикали при помощи комплектного мушковерта или отвертки для оригинального АК. Для крепления оружейных ремней имеется слепая ниша в прикладе слева, куда можно установить быстросъемную антапку, а также прорезь около тыльника приклада, в которую можно продеть оружейный ремень. Для того, чтобы установить магазин, потребуется зафиксировать зацеп магазина в передней части шахты магазина-приемника и, двигая магазин назад, закрепить опорный выступ. Для извлечения магазина достаточно нажать на рычаг отмыкания и подать его пяткой вперед. В комплекте поставляется пластиковый бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. Для того, чтобы шары попадали в подаватель, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.